падаем на школу, находим 4 пулемета и убиваем весь сервер. Все, план построен. Подожди, не падай. Костя тут, нормально. Он метку поставил. Должен быть тут. Все, он пришел, наушники одел. Хорош. Ю лучший. Есть. Есть, да? Ну все, их убиваем, из фраги для нас получается. Ну-ка, давайте все на школу пойдем. Давай. Все на школу, прям, все толпой. Давай. Сейчас на пулеметы на 4 пули кушаем, типа в пестике вылазим. Мы пока их перезаряжаем, умрем. Я одного вижу. Четверо. Я вот в спортзал паду. Нет, падай на крышу. Время подкачаться. Убивайте его. Он меня убивает. Нет. Да вон нафиг. А еще где? О, привет, сюда. Трое в этом. У меня пулик есть. На спортзале? На спортзале, да. Или где? Нет, сзади они. А. На кемпах. Ну все, тогда лутаемся нормально. Тоже верно. Нет, ты посмотри, пробегают, просто отнимают лифт. Тут вилмаг есть. Забери. Я еще увил могу дать. Я могу тоже еще один увил дать. Да, забираю. Все, не надо. Есть АР-ка какая-то. А, вот М-ка. Не, ну на пулеметы как бы лутать уже, по идее. Не было вообще пулемета, я не нашел пока что. Аж, я сел наш. Хорош. Погнали. Все, гоним. Надо прижучивать засранцев. Ну, разгоним, то го. Разгоним, то это нормально. А че гоним-то? Метка. Офигеть, отдача. На забор. Мне кажется, он меня заспотал до этого. Пикает. На кухне. Хорош. В доме у нас. На втором. Или на первом. Крыша. Меня нокнули. У вас там мостовый щит. Хорошо. Найс. Good job, конечно. Мы лучшие. Не, ну Костя у вас, давайте признаем, у него ни одной помощи, ни одного килла, он чисто медик. Он всех бегает, поднимает, как бы дает ЦУ правильные. Медик? Да. Должность у меня медик. Все еще купил. Да хорошо, что медик. Ну, вообще у нас должен быть стратег в команде. Пулемет найдете, скажите. Да, всем нужен пулемет. О, я себе нашел. Сюда. Перезаряжаю это оружие смерти просто. Аннигиляторная пушка. Так, смотрите, если не найдем, мы в принципе в Сонг-Ам можем туда съездить еще за пуликами. Идея топ, я думаю. Нам придется. У нас тачка есть. Давайте, берите тачку, поехали. Берите тачку, поехали туда сразу. Тут мы все уже залутали. Мы здесь не все еще залутали, во-первых. Да уже все тут лутано. У нас не лутаны вот эти кемпы и музей. Да все лутано уже. Не бывает, да? Поехали туда. Вообще, или на перекресток можем. Вот на перекрестке по-любому тачек много будет ротироваться. Но я не уверен, что мы там два пулика найдем, если честно. Не, мне кажется, найдем. Думаешь? Ну давай попробуем. Ой! Забери меня, брат. Никого нету. У меня бенз кончился. А ты че Костя не забрал? Что-то капец, бензина мало заправили. Так они сказали, что у них есть тачка. Так у вас же тачка сотка.
А ты тут промчался, да? Ранга сказал, что у них и тачка есть. Берите сотку. Сейчас я заберу его. На нас дропы. А пулики, которые с дропов, же тоже можно, по идее. Нет, нет, или давай нет? Пятерка. Давай на пятерках. Пул на пятерках? Хорошо. Я тогда авик возьму. Пятерок? Да много тут. У меня 100 плюс 100. У меня 100 плюс 150. 150. О, у нас дропы. У нас дропы. Авик заберу. Авик заберу. Давай. Еще два пулика здесь. Прямо на одном месте, блядь. Ну это наша катка. Давай. Ебем все. Извините за мат, без мата. Это жестко. Это жестко. Да, это жестко. Не, по идее надо на дропы, может там кто поедет. Я там уже стал все залутать. Я только остальное залутаю. Так, а кто еще пулик? Кто, у кого нет? У всех есть. У всех есть? Тачка, что тогда, может во... Ко мне тачка едет. Откуда? На меня прям. Без шансов. Один он? Да. Я выстрелил. Тачка дальше уехала еще. Но она катится, она этот. Не-не, она не катится. Она пустая. Точно? Да, у нее накат там капец жесткий в этой тачке. Броник убрал, да. Там броник есть. Ну все, давайте что, let's go. Получается. Ты тачку у меня взял. Раз. На мачку-то уеду. Че, перекресток занимаем? Ну да. 29 лайф, так-то. Блин, ну это... Ну нормально, 30 живых еще. Грозился я пулики не брать, ну ладно. Не, ну 4 пулика это уже, ну как бы не 3. Это жестко. Можем поездить, конечно, поискать кого-то. Нет, вот по этой дороге точно поедут люди. А вот по этой, вот здесь вот, вот здесь и встаем. Вот. Ну здесь не поеду через кем. Пометки тачка. Кемпе тачка стоит. Там спавн есть. Прям за забором? А, за забором нет. Что делаем? Врываемся? Да, можно ног дать. Мать, второй этаж. Брат, 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 живи. Саурус, блин. Да едь! Ну куда ты, ёб твою налево? Так зачем вы это делаете, Вал? Как обычно. Чё ты делаешь, драйбаешь, блин, с баги? А в чём проблема? Он там один или чё? Он один же стрелял. Ну давайте заедем, да и всё. Да нормально, надо убивать, 26 лайф. Поехали, Кось. Сейчас ног на одного, на вас забакится, если. Ног не даст. Он не даст ног. Три нока. Маги подъехала. Еще один у меня тут лежал АФК. Ну он отошел, короче, покушать. Извини, конечно. Не, надо было, знаешь, что он типа лежал, короче, мы такие вчетвером с пуликами подходим. Перед ним ложимся. Да-да-да. И ждем, пока он, короче, выйдет. Это жестко. Ладно, но я не подумал. Это мой косяк. Че, пойдемте на дорогу, надо тачки это поубивать. Не было смерти. Я хочу пострелять по тачкам проезжающимся. Тут тачка есть у вас. Если что. У нас где? Где воюют вообще? Где люди-то все? Я с тобой поеду, брат. Блин, ну 4 кила, конечно. Это жестко. Надо реализовывать. Назад, 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 назад. Сейчас я поеду по этой дороге. Отсюда, мне кажется, поедут за городом.
Ну давай. Ты хочешь по тачке зажать конечно? Да, да, да. Прям вообще горит. Сначала там покусать отошел. Или покакать. Может быть. Как вариант. Это мотак чей здесь стоит? Мой, мой, мой. Я вообще заберу. Где он тут? Где мой мотак? Желтым скинул, да? Да, где мотак там моя? Вот, вот. Тачка! Справа! Ну, не успеваем. И баги там далеко едет. Ну что мы сделали? Они баги выбили. Поехали за ними, блин. Поехали. Я бы ту... Вот они, вот тут где-то едет. Вот-вот-вот едет у меня прямо. Костя, ты один за рулем. Я понимаю. Перезарядка. Нормально. Ты взорвал его, да? Да, да. Хорош. Го у нас в школе типы, по-моему. Заедем. А в лесу вот здесь, мне кажется, в лесу. Давай в школу заедем. В ангаре тут есть. Заезжайте. Вот где-то тут. Ты уверен? Ну отсюда откуда-то стрелял чел какой-то. Мальчик, 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 мальчик. Заглушился мальчик. Куда подкатился? А, это ты был или? Не-не, это мальчик. Метка, метка. Поехали. Перезарядка у меня. Всё? Ну это жестко. О, типы бакют фулка 60 скимпа. Вот так вот. Поехали быстрей. Резко, резко садитесь, быстрей. Прям сейчас. Быстрее. Да давайте. Стой, 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 стой. Там надо прям сейчас на пригорок, вот сюда. Вот сюда на пригорок, вот сюда на пригорок. Они уже тут. Знаете, да. Чем прикол? Вот они меня нокнут, нокнули, хорошо. Едите вы, стреляете, они меня добивать выходят. Ну да. Вот это вот игроки. Такие. Тут еще пулик. У тебя второй слот нужен. А ты забрал третью шляпу у Сауру? Нет. Нет. А у него и АВМ тут еще есть? Да. Блять. Был, ты хотел сказать, там восьмерка рано. Ну не, если хочешь, на, забирай, я два пулика побегаю. На, иди забирай, я скину. Ну чё, на школу? Блять, это жестко. Это очень жестко. Поехали. Я еще виски найду на пулик. Все, 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 все. Вон, поехали, дропы заберем. Поехали. Пять человек осталось. Как ты посчитал? Шесть. Шесть, шесть, сэр. Я думал с Саусом. Ты Саус, душе на стол. Душе с нами. Душе с нами, да. Вот это уровень мастерства. Не знаю, тут стопну где-нибудь. Должны, по идее, так-то ехать, да, наверное? Да,
кстати, вот здесь где-то дроп вызванный. А, так это я вызывал. Да, это три заберу. Петушка будет, ну, брать кто-нибудь? Не, не. Есть там Т3 еще? Маскалад тут. Я не вижу. Да. Здесь 15 икс. Не вижу, говорит, плейтер моб лежит. Халат еще. Ну и чё, где все люди? Я предлагаю просто этот, возьми гелик, слышишь, брат? Возьми гелик, просто ляжем где-нибудь в траве и все. И подождем типов. Это будет эпично. Это будет эпично. Это жестко. Нашел ты гелик, брат? Да. Чё, мы пешком пойдем? Да-да. Ой, нифига, что здесь такое за место, ни разу не был. Вижу типа, метка, тройка. Бежит со школы вот сюда в кемп. Ну я бы на самом деле реально какую-нибудь такую западню бы устроил. Нормальную. Тачка за этим припаркованная. Я, короче, вот тут вот так вот сделаю. Костя, давай ко мне. Повторяй за мной. Это эпично. Не вижу никого. Ну сейчас появится. Подожди. Не уходи. Я пошутил. Я думаю, нам сейчас только в кеп заходить. Откуда это, со школы, да? Да-да. Они вот пойдут. Здесь один тип, вот здесь на метке. Ангар зашел. Вангард? Разные. Пойдем, Кость. Айда ко мне. Вот здесь я одному дал. Ты посмотри, что он творит, дай-ка я его вырублю. Давай, давай. Где ты, горец? А, он доел одного или убил? Что-то так не понял. Ну, тут типа Assassin's Creed убили какого-то. Ангарион. Угу. Он себя зажег. Точнее, я зажег факел.
Ну чё, и где еще есть? А еще? Это странно. А, вот тут, по-моему, видел, не? Может, показалось. Че, мы к школе? Ну, пойдемте толпой, что делать-то? Пойдем нам в школе ходить, давай хоть. Да. Я думаю, его стоит испугать, если все мы вместе постреляем. То он испугается. И выйдет с катки сам. Выйдет с катки и просто ливнет. Ты еще просто трое бегает, капец. Не, ну а вместе, Кость, давай к нам. Не ходи один. Надо. Наверное, в ангаре тоже сидит, да? Давай к нам, это ты брату имя хотел сказать? Ну тоже, наверное. Я думаю, что он через лево. Давай, брат, с нами сыграем. Ага. Там? Да. Мне в голову дали. Двое там. Двое. Хорошо, я жду просто. А, ну и вот. Убил, да, и ласт остался там. Нет, ты двое. А здесь где-то остался, да? Ну, это двое должно быть. Как он их видел? От кого-то слева. Думаю, он где-то там не был. Куда можно? Может быть, за камнем, да. Убил? Хорош. Поднимешь? Да. Дайте я последнего убью, пожалуйста, чтобы у меня один килл. Давай. Нормально. Вы меня как горцев на войну провожаете, да? Да-да. Давай все вместе. Как нужно чекать будки. А где он? Он в кемпах, наверное, где-нибудь сидит. Жестко. Веселые. О, дропы сзади. А что, сковородки есть? Может, на сковородку? У меня флешки есть. Где тут тропы? А Костя может за сковородки его чпокнуть. Есть сковородка тут? Так что, на сковородку? Давай это сначала зачекаем его. Он дроп лутает, наверное, по-любому. Дай пусть лутает.
Ну чё, блин, тетьки мянь, чел. Вот реально. Зона уйдет направо. Ну, можно сюда встать сверху, если он типа это. А выйдет, можно на сковородочку, короче. А он по-любому выйдет с города. Идите сюда, да и все. Брат, а? Пойдем со мной до ангара. Что-то мне чуется. А? Ангар, он. Со школы он не выходил. Так вон же он лежит у меня. Ну не убивай, пожалуйста. За камнем, за тем, где брат нокал. Да, я убью. Давайте сковородочками попробуем. Вот он, вот он, видишь? Да, да. Все. Все, 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 все. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Я и дал ему шот. Дал шот, даю за камень же этот. Флэш. Он заслепился. Блядь, за синьку убежал. Ну это неинтересно, бля. Убивай его. Че за бред, блядь? Капец. Разве так можно? Капец. Пять флешек. Я ему 4 закидал. Я немного не прошел.